Здравствуйте, уважаемые господа! Здравствуйте, господин! Не вставайте, не вставайте. Не стоит. А я думал, вы в сундунах. Вы не представляете, как долго мне пришлось вас искать. И реально Москва испортилась, столько пробок. Давно здесь не был, какие-то эстакады, пробки. Короче говоря, в этой бане, в этом спа-центре легче дышать, чем на улице. Вы не волнуйтесь. Девушка, вы будете чай? Девушка, нам, пожалуйста, чай. Какой у вас есть? Зеленый подойдет? Или вы любите что-нибудь покрепче? Нам, пожалуйста, крепкий зеленый чай и немного мяты сверху. Спасибо. Красивые девушки, а вы сидите расстроенные. Вы в бассейне сколько проплыли? И вы не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Я здесь, чтобы помочь вам. Я пришел, чтобы помочь вам. Вы должны меня благодарить. Не вы меня искали, а я нашел вас. Не ищите оружие, не ищите. Оно вам не поможет. И деньги вам тоже уже не помогут, господа. И он вам тоже не поможет. А сейчас будет следующее. Милая, прекрасная девушка принесет нам чай. И пока мы будем пить этот чай с мятой, вы будете рассказывать мне о своей жизни. И особенно о том поступке, который вы совершили. Не бойтесь, не надо бояться. Я здесь, чтобы помочь вам. А вот и наш чай уже подходит